Сретение – это один из великих 20-х православных праздников. В Писании этот день трактуется как встреча Бога-младенца со старцем Симеоном. Праведник был один из переводчиков книг Священного Писания Ветхого Завета с древнееврейского на древнегреческий язык. Во время работы старец решил изменить значение одного слова. Место, где пророк Исаия пишет о том, что Мессия произойдет от Девы, он решил изменить это место, засомневался в том, что это будет так, но вот решил изменить это место и на слово «Мессия произойдет от жены». Вот, ему явился архангел Господень и сказал о том, что ты не увидишь смерти до тех пор, пока сам не возьмешь на руки этого младенца, пока сам не станешь свидетелем этого события. Сретение – это пришествие Господа во храм, с одной стороны, и столкновение двух эпох, с другой – ветхозаветный в лице старца и новый в образе Христа. Поэтому для православных это особый праздник. Праздник – это всех крещенных. Это приходишь сюда, как будто это в другой мир. Там все себя чувствуешь хорошо. Я не знаю, я все время прихожу. Мне хорошо, легко, потом как-то выхожу отсюда. И всегда, чтобы все люди еще как-то верили в что-то, друг другу понимали. Сегодня утром в Ангарском Свято-Троицком соборе прошло торжественное богослужение в честь праздника. А в свободное от службы время в храме не прекращаются работы по росписи. Иконописцы и резчики исполнили заказ на 1 040 000 рублей. А на этой неделе в церковную кружку ангарчане опустили 18 000 рублей. На счет храма поступило 100 000 рублей от предприятия «Каравай». Свою лепту внесли частные лица города и детское учреждение гимназии номер 1. Всего за эту неделю собрано 122 000 рублей. А за время благотворительного марафона «Умножим храма красоту» 2 300 000 рублей. Сборы продолжаются. Мария Константинова, Михаил Тырышкин. Местное время.